красота спасет мир, кто же не знает эту бессмертную фразу из романа Федора Достоевского. А еще она страшная сила, благодаря которой человек чувствует себя увереннее и, конечно же, счастливее. Я достар, біз бүгін нәзік жанғылардың сұлулығына сеп болып жүрген мамандардың жұмысын жасамыз. Сегодня мы вместе с вами окунемся в волшебный мир косметологии и узнаем, легко ли быть косметологом? Ал мен хвир стилист кәсібінің қызығымен қызығушылығы туралы айтамын. Оставайтесь с нами, будет интересно. Қыздардың құтқарушылар тек аруларды ғана емес, жігіттерді де қызықтыратын сөздер, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. История косметологии насчитывает как минимум 20 тысяч лет. Искусство ухода за лицом и телом восходит к доисторическим временам. Причем в древности и мужчины, и женщины прибегали к использованию косметических средств в равной степени. Тогда, конечно, косметологов еще не было, а были знахари. Они лечили кожные болезни при помощи различных смесей, которые намазывали на проблемные участки. В области создания и применения косметики преуспевали жители Греции. Там специалистов по красоте называли косметы. Их основным занятием была разработка новых массажных масел, бальзамов на основе свойств растений. Кстати, уже тогда косметология была тесно связана с медициной. Сегодня косметология – это целая наука. В обязанности врача-косметолога входит проведение различных аппаратных процедур, пилингов, чисток, массажа, инъекций и других действий, направленных на улучшение состояния или лечения кожи клиента. Для многих женщин и мужчин посещение кабинета косметолога становится настоящим праздником, ведь после этого человек смотрит на себя по-новому. В 21 веке люди находятся в очень выгодных условиях. К нашим услугам огромный спектр качественных средств и процедур. И прямо сейчас я познакомлю вас с Анной, которой подвластны все секреты косметологии. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. И первый мой традиционный вопрос. Расскажите, почему вы решили стать косметологом? Косметология интересовала меня с еще раннего возраста, в пубертатном периоде, когда мама ходила на процедуру косметолога. Естественно, я ходила с ней, чтобы посмотреть все это, все эти баночки, пилинги, инъекции. Все это меня интересовало. Ну и потом со временем я пошла учиться в медицинский и освоила самую красивую профессию. Это врач-косметолог. И теперь делаю людей красивыми, конечно. А вот чем именно вам нравится ваша работа? Просто очень много пациентов, в основном, приходят к нам женщины. И косметология – это уже стало мое хобби, мое увлечение, это вся моя жизнь. И поэтому мне нравится очень, я смотрю на женщин, когда они после посещения разнообразных процедур выходят с кабинета счастливые, довольные и чувствуют себя более уверенными. Потому что все равно красота спасет мир, как говорится. Да. А всегда ли удается найти общий язык с пациентами? В нашей профессии, в профессии косметолога, врач-косметолог, конечно, важна коммуникабельность. Должен врач был общительный, но и доносить пациенту его проблему, как бороться мы будем с этой проблемой, какие будем процедуры использовать. Ну и плюс, естественно, в домашних условиях, как он будет это все поддерживать. Если пациенты всего этого придерживаются, то мы достигаем очень хороших результатов. Здорово. А есть ли среди ваших пациентов мужчины? Мужчины бывают, потому что у нас мужчины тоже следят за красотой, следят за своей внешностью, и это очень похвально. Но в основном это такие процедуры, как чистки, как инъекции ботулинотерапии, ботокса, то есть когда морщинки у мужчин. Ну, я поддерживаю, например, когда мужчины ходят за собой ухаживать, приходят к нам и просят помощи. Здорово. И вот прямо сейчас, какую мы будем делать процедуру? Вот сейчас, пациенты? Вот как раз сейчас у нас девушка после отпуска с обезвоженной сухой кожей. Сейчас мы будем максимально увлажнять, питать и назначать домашний уход. Все прекрасно. Так, с чего мы начнем? Так, смотрите, мы начинаем с поверхностного пилинга. Для чего он нам нужен? У нас ороговевший слой, мы должны эти ороговевшие, омертвевшие клеточки снять, для того, чтобы наши последующие манипуляции проходили глубже и, соответственно, работа была эффективной. Берем шпатель и немножечко наносим пилинг. Это поверхностный пилинг.
чуть-чуть берем там. Так, сколько? Да. Ну, можно побольше, можно. Ага. Вот сюда в чашечку. Такая специальная, да, посуда? Специальная, конечно. Все проходит стерилизацию для каждого пациента. Все индивидуально. Да. Ага. Теперь немножко добавляем витамина С. Давайте. Вот так вот, вот так вот. Чтобы не переборщить, не навредить нашей пациентке. Так, теперь, я так думаю, нужно перемешать. Да, теперь мы перемешиваем. Подождите, сейчас немножечко еще добавим, мы усилим данную нашу композицию более сильным пилингом. Все перемешиваем и наносим массирующими движениями на лицо. Так, начинаем. Да, можете с лобика, да, можете вот так. Да. Да, не боимся. Вот так вот. На щечки. Сейчас мы все размажем, а потом ручками все внедрим. Вот так вот. Тут главное, да, аккуратно. Да, аккуратно и с дозировками, не переборщить. И последний штрих. Вот так вот. Как наносим крем, мы внедряем. Вот так вот. Наверное, сначала страшно, да, чтобы пациенту было комфортно, не навредить ему. Вы уже справились, да? Да, мы уже справились. Просто в нашей работе важна аккуратность, знание того, что вы делаете, знание препаратов, знание пилингов, знание кремов, масочек, консистенцию. Да, если вы знаете состав, то вы совсем справитесь. Можно на шею, да, даже? Да, обязательно. На шею, зону декольте, все мы прорабатываем. Уже такой массаж начинается. Да, да, да. Мне нравится. Так. Немножечко прорабатываем. Теперь нужно подождать. Наверное. Да, мы выдерживаем время экспозиции 2-3 минутки и будем смывать, чтобы пилинг наш поработал, частички отшел. Хорошенько теперь протираем, да. Первый раз я кому-то делаю процедуру. У вас неплохо получается. Все, протираем. А вообще, как часто нужно ходить к косметологу? Смотрите, все, конечно, индивидуально, потому что у кого-то проблемная кожа, у кого-то пересушенная кожа, кто-то хочет на лифтинг поработать. То есть после первого похода к нам, пациента, в кабинет косметолога, мы назначаем ряд лечения, домашний уход и придерживаемся данной тактики. То есть пациент регулярно потом приходит. В данном случае наша девушка ходит ежемесячно на процедуры, либо чистка лица, либо уходовые процедуры. Вот. У всех по-разному, у всех индивидуально. Хочу спросить у нашего пациента, а почему вы ходите к Ане? Чем вот нравится вам косметолог, именно она? Потому что первую процедуру, которую она мне сделала, я была восхищена. Ну, в общем, девушка... Талант. Знает свое дело. Отлично. Найти своего косметолога – это тоже очень важно. Да, конечно. Да. Так, далее. Так, теперь обязательный этап – это тонизация. Что мы делаем? Мы снимаем оставшийся наш пилинг на лице для того, чтобы проводить следующую манипуляцию. А скажите, в чем вообще преимущество тоника? Потому что многие как-то спорят, нужно его использовать, нужно его использовать. Смотрите, тоник протираем. Мы протираем. Все, начинаем вот это с подбородка и уходим вверх. Вот, под носиком. Теперь сам носик мы вот так вот и на лобик. Преимущество тоника в том, что тоник он у нас подготавливает кожу под следующие манипуляции, к последующей процедуре. Там сыворотку вы наносите, крем вы наносите. То есть он открывает порки, он убирает частички очищающего средства, частички хлористой воды. И тем самым давая крему, сыворотке, у всех разный уход. Для более лучшего эффекта крема или сыворотки. Так. Далее мы теперь будем делать поверхностный пилинг. Сейчас, наверное, кожа так задышала, да, немножко? Да, как ощущение? Прекрасно. Сейчас мы будем делать... У нас не капризная пациентка сегодня попалась. Поверхностный пилинг будем делать. Так кисточку макаем. И вот так по лицу проводим аккуратненько, да. Все, и размазываем. Зону глазок мы обходим, потому что это уже кислота, чтобы не обжечь слизистую глаза. Да, конечно, еще наносим, не стесняемся, вот так аккуратненько. У вас очень хорошо, Лена, получается. Все делать аккуратно. Да, и вот эту щечку, как вам удобнее. Дальше продолжаем, мы теперь будем наносить
сыворотку, которая именно на увлажнение. Так. Теперь добавим еще его немножечко. Мне еще, видите, что в нашей профессии нравится? Можно миксовать. То есть не с одной мы работаем маской, не с одним пилингом, а вот с несколькими позициями. Ну, конечно, надо разбираться во всем. Да, это очень интересно, поэтому... Такие волшебные зелья, да, можно сказать? Да, 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 да. Так, так перемешиваем. Перемешиваем и наносим. Наносим на все лицо тонким слоем, да, вот так вот. Это у нас маска. Мы немножечко ее усилили ретинолом. Uh-huh. Значит, этого наше лицо увлажнится, появится сияние, блеск. Сейчас мы наносим альгинантную масочку. Сейчас мы подготовимся. То есть вы ее можете и дома нанести. Я специально делаю с бинтом, чтобы вам было легче ее нанести. Ну, все знают, да, что альгинатные маски очень эффективны, но не у всех получается равномерно их нанести вот, в домашних условиях. Вот сейчас мы всему этому вас научим. Чтобы просто дома смогли это все нанести. Теперь процесс, как мы будем ее разводить. И вот так вот, не перебарщивая. Раз, раз. То есть у нас такая кашицеобразная консистенция, да, должна получиться. А на бинт мы наносим, чтобы вам было легче ее снять, и чтобы она у вас не растеклась по всему лицу, пока вы учитесь. В кабинете косметолога мы, конечно, наносим уже без бинта. Вот с этой стороны теперь вот так вот мы и уходим шпательком. И вот так вот, вот так вот, вот так вот. Во, прекрасно. Прекрасно, замечательно. Так, давайте дальше, а то она сохнет. Не боимся, можно и губки закрыть, глазки закрыть. А, то есть можно... Конечно. Если у человека нет нарощенных ресничек, мы все закрываем. Все, да, здесь нужно, конечно, быстро это все делать. Потому что она застывает, она очень быстро застывает. Но эффект от нее потрясающий. Да, потому что у нас гиалуроновые альгинантные маски на основе глубоководных водорослей. Ага. Поэтому эффект от них, конечно, потрясающий. Вот так вот. Толстым слоем самое главное. Мы наносим толстым слоем. Чтобы потом нам было. И вот так вот губки закройте. Вот так, под носиком, губки. Вот такая вот у нас маска, да? Да, прекрасная альгинантная масочка. Ну, конечно, у меня не супер получилось ровно, равномерно. Для первого раза очень даже хорошо у вас получилось. То есть в домашних условиях я советую именно вот делать по марле, чтобы у вас ничего не растеклось ни по рукам, ни по лицу. Все, и вот так 20 минут у нас пациент так. Так, все, мы нанесли маску, главное, пациент аж дышит. Так, сейчас самый ответственный момент. Нужно снять маску, которую так старательно накладывала. Итак, получилось. Все, то есть мы все прекрасно. Теперь смываем. Остатки нашей маски нам нужно убрать. Это не так просто, она засохла. Да, оттираем. Протираем хорошенько. Это уже завершающий этап, да? Да, тонизация и увлажнение. Сейчас я кремиком покажу, как мы сделаем. Как ощущения ваши? Замечательно. Кожа прям стала сразу дышать. Никакого дискомфорта, да нет? Mm-hmm. Придете ко мне еще? Обязательно. У вас рука хорошо поставлена. Ух ты! Да. Спасибо. Так, готово. А сейчас Анна нам покажет, как правильно делать массаж лица в домашних условиях, которые тоже, да, можно так же делать. Итак, это просто какой-нибудь можно взять крем, масло, да? Да, и по лимфе работаем, по мышце. А вот какой все-таки эффект дает массаж? Мы запускаем в лимфу, соответственно, сработаем с мышцей. То есть это как в спортзале, как будто вы позанимались. Это подтяжка, да? Подтяжка, поэтому идет лифтинг лица, потому что идет работа с мышцей, с лимфой. Лимфа выводит все токсичные вещества из кожи, поэтому после массажа у нас кожа начинает сиять. А то есть нужно снизу вверх, да? Да, мы снизу вверх, и вот так по лимфе мы увели. Пробуете ли? Давайте. Давайте. Так. Самое главное вверх, вот так. Вот так. Самое главное знать мышцу и с ней работать. И тогда лифтинг-эффект будет. Тут можно вот так, да, даже? Да. И
Так, я уже чувствую, да. Наше масло питалось. Питалось, все, наша пациентка готова. Кто-то находит свое призвание еще в детстве, кто-то задумывается о профессиональном пути только по выпуску из школы, а кому-то предстоит получить несколько дипломов и сменить ряд работ, чтобы понять, что ему действительно по душе, как это и произошло с нашей героиней Анной Пыльной. В профессию косметолога я, конечно, пришла не сразу, был долгий путь. У меня первое высшее юридическое образование, проработав на данном поприще, я поняла, что это совершенно не мое, что мне не нравится. И уйдя в декрет с первым ребенком, меня не посещала мысль медицины. И я поступаю в медицинский университет на факультет фармации, заканчиваю его, проработала 10 лет фармацевтом-провизором, но опять понимаю, что что-то не то, что что-то не хватает. А косметология меня интересовала всегда. Мне всегда были интересны вот эти все процессы, манипуляции с лицом, с кожей, как вылечить кожу, как придать ей сияние, упругость, лифтинг. И поэтому я решила продолжить свое обучение именно на врача-косметолога. И сейчас я очень счастлива, потому что это действительно мое самое большое увлечение в жизни делает женщин успешными, счастливыми благодаря их внешности. Не стоит забывать, что косметолог – очень ответственная профессия, ведь ошибки в процессе работы могут привести к серьезным последствиям для кожи клиента. К сожалению, сейчас косметологом себя называют специалисты, даже не имеющие медицинского образования. Они делают процедуры, не обладая должной квалификацией и знаниями. Многие из пациентов усыпляют свою бдительность и идут на поводу низких цен. В результате, как говорится в известной поговорке, «скупой платит дважды». В нашей работе самое главное, конечно, это знание. Я считаю, что косметологом должен быть непосредственно врач. Не просто косметолог-эстет, а именно врач-косметолог, потому что приходят пациенты с проблемами. Обычно это акне, постакне, сухость, обезвоженность. И только врач сможет определить вашу проблему изнутри, назначить вам правильный домашний уход, назначить вам лечение. Поэтому самое главное – это здесь знание, ну и кроме того, коммуникабельность, находить общий язык с пациентами. По словам Анны, косметолог должен быть трудолюбивым и готовым к тому, что учиться придется на протяжении всей трудовой деятельности. Ведь косметология – это такая сфера, где специалисту непозволительно останавливаться на достигнутом, потому что конкуренция невероятно высока. А без новых знаний и навыков трудно удержать клиента и тем более привлечь новых. Косметология, она не стоит на месте, развивается. То есть каждые полгода, каждый год мы ездим, посещаем разнообразные семинары, обучаемся чему-то новому, космоцевтика, техники и все прочее, уходы. Поэтому эта профессия очень интересна, очень разнообразна. То есть ты каждый раз узнаешь что-то новое. Вроде бы ты это знаешь, но нет. Ходя на обучение, ты каждый раз узнаешь что-то новое. На вопрос, что не нравится в работе косметолога, наша героиня Анна ответила с трудом, ведь она искренне любит свою профессию. Но все же самое сложное для нее – это когда люди не прислушиваются к мнению специалиста и хотят все и сразу. Люди иногда, пациенты не слышат, вот, то есть приходят на одну процедуру, но в одну процедуру хотят и вот это, и то есть ряд процедур произвести, которые бы нежелательно было проводить, в связи с тем, что это будет наслоение, это будет неправильно, и просто пациент, не увидя результата, потом не вернется к тебе. Кстати, стоит отметить, что и мужчины могут успешно работать в сфере красоты. Конечно, косметология долгое время считалась исключительно женским делом, но в последние годы это представление стало в корне меняться. Сегодня многие пациентки готовы доверять уход за своей внешностью именно мужчинам. Мы проходим обучение, постоянно курсы и очень много лекторов именно мужчин, молодых мужчин, врачей, которые очень даже неплохую нишу заняли в косметологии.
Индустрия красоты с каждым годом становится все популярнее. Женщины хотят выглядеть ухоженно и красиво. Кстати, как многие заметили, в последнее время мужчины также начали активно следить за своей внешностью, а это означает, что профессия косметолога всегда будет востребована. Необщительным и вспыльчивым людям эта профессия уж точно не подойдет. А вот те, кто умеет создать приятную атмосферу, поддержать пациентов и помочь им обрести уверенность, обязательно добьются успеха, как наша героиня Анна. Ну и в завершение пару советов для тех, кто решил связать свою жизнь с профессией красоты. Не останавливаться на достигнутом, обучаться, познавать новые вершины, приобретать новые знания, и из вас получится хороший врач-косметолог. Вам нравится ухаживать за волосами, вы делаете прически не только себе, но и знакомым, мечтаете стать хейр-стилистом, но не знаете, с чего начать, оставайтесь с нами, и прямо сейчас моя соведущая Мульдыр раскроет все тонкости этой творческой профессии. Ну а я пока пойду еще кому-нибудь сделаю уходовую процедуру, мне понравилось. Фархат Мақсатәлі хейр-стилистикаға әпкесімен қарындасының айту арқылы кездей соқ келген. Алайда уақыт өте қазіргі кәсібіме деген махаббатым ашылды дейді ол. Негізі педагог мамандығы бойынша білім алған ол 2017 жылдан бері қыздардың шаш үлгісін сәндеумен айналысады. Ер азаматтың бүгінгі мақсаты шетелдік мамандармен тәжірибе алмасу. Шетелде мен екі рет оқып келдім, повышениеде болдым, бір рет Өзбекстанда болдым, Москвада екі рет болдым. Екі ай алдын, жақында барып қайтты Москваға. Европейский стилде болады основной. Бізде Шымкентте, Қазақстанда, Қазақстанды білмедім, Шымкентте основной жаңағыдай. Басқаша қалыптасқан, басқаша жаңағыдай объем, үлкен жаңағыдай. Екінші бас қылып артына жасатты үйреніп қалған. Енді қазір біз соған жайлап өз үлесіміз қосып, шетелдің жаңағыдай европейский стилде барынша минимализм жарасатындай сондай нелерді алып келуге үлес қосып. Фархат мырза, сіздің не істеп жатқаныңызды ақырындап біліп жатырмын. Қазір локон жасап жатырсыз, иә? Иә. Пляжный локон деп айтасыз. Жалпы сізге алғашқы сұрағым осы, жаңағыдай хейр-стилист болудың қиыншылығы мен қызығы туралы айтып беріңізші. Қыз балдармен жұмыс жасау өте қиын негізі. Былай капризничать ететіндер көп, қазақшасы қалай болатынын білмедім. Қиын жалпы, иә? Қиын жалпы былай айтқанда. Қалай алып жүрсіз енді осындай қиын саланы? Үйрендік қой. Уже қазір 2017-ден бері 4 жылдай болды, иә, жұмыс жасап жатқаныма. Үйренуге болады, шыдауға болады дейсіз ғой, иә? Өте керемет. Осыда мен де бір жасап көрсем, иә? Алғашқы жұмыстарымды мен бір есіме түсіріп, әрине болады. Жасай алар ма екенмін, жасай алмас ма екенмін? Әрине, мықты маман сияқты жасай алмасақ та. Бар. Мы в этом бой ашуаңыз. Біраз болды, жасамаға аласыз. Осылай, ә? Аха, қайырып. Астыға қарай тартасыз. Үшін до конца соңына дейін тартпай жібере саласыз да. Ой! Еп, қойын, пробор бұры жүрес. Айын алып. Қалай? Негізі болды. Бірінші ретке жақсы, ә? Негізі біраз болып жасамағалы, да? Бірінші клиентпен жұмыс жасаған кезде дұрыс істемей қойған ба. И сонан кейін мен үйретіп жатқан мастерім қайта туралап жауап істеп берді, бірақ жаңағыдай айқай шу, кипеш болып кетті сол жерде. Орысша қоса береміз. Кипеш болып кетті. И сонан кейін бір апта мен жұмысқа шықпай қойдым. Істемеймін, мен жұмыс емес екенмін деген сияқты. Болды, істемеймін дедім. Иә, істемеймін дедім. Иә, вообще мен жұмыс емес екенмін болды деген сияқты. И бір апта бойы жаңағы мастер күнде WhatsApp-тан жазады. Кел, үйрен, қоймады сонымен. Бір аптадан кейін қайтып шықтым жұмысқа. Жалпы алып қарағанда, ұзын шаштан қарағанда қысқа шаштарға укладка болсын, прическа болсын істеу қиын болып келеді. Иә. Керек нәрсені, иә, керек нәрсені шашын жеткізе алмай қаласың. Ұзын шаштармен істеуге оңай да. Демек, алғашқы сіздің клиентіңіз қысқа шаштары болды ғой? Қысқа шашты, иә. Сол кішкене қиындық болды. Сол кезде қиындық болған. Содан кейін мен істемеймін, мен жұмыс істемеймін екен, мүлдем тастайын дегенім жоқ. Кейін мастердің арқасында. Не мотивация берді сізге?
кім немесе? Не болғанда, уже Инстаграмнан, Ютубтан көресін. Бізде аз еді ғой мен бастаған кезде, Шымкентте жалпы аз еді, ер кісілер бұнда жұмыс істейтін, қазір енді көбейіп жатыр ғой. Шетелден қарайтын, Алматыда біраз бар еді, сол кісілерді қарап. Кейін ойланды, неужели адам істеген адам істейді ғой деген сияқты. Негізі шаш адамның жалпы қыздың мінезін білдіріп тұрады дейді. Бұл қыздың қарасқа қалай қарайсыз? Ұстап қыздың қандай екенін білесіз бе? 100% келісем. Осылай клиенттермен жұмыс жасап отырасың ғой. И момын үндемей отыратын клиенттер келеді, істейсің. Барлығы үйме өзімен ұнайды, ол кісіге де ұнайды да. Ал қырсық жаңағыдай келеді енді. Кейбіреулер болады дейсіз. Ана жерін андай, мына жерін андай, соңында бәрібір ол жақсы шықпайды да. И шашы да жаңағыдай сол сияқты. Ал біздің қазіргі клиентіміздің шашына қарап қандай баға берер едіңіз? Керемет шашы, бұтсын. Байқап отырмын, өте сұмсақ, иә? Қалай бұрылса, солай жаңағыдай орысша айтқанда послушный дейді ғой, иә. Икемге, иә. Жақсы клиент екеніміздің клиентіміз қазіргі. Қыздармен жұмыс істеу үшін психологиялық дайындық керек. Осылай деген Фархат Мақсатәлі арулардың көңілінен шығу қиын дейді. Тіпті мастер ұнатқан жұмыстың өзін жақтырмайтындар да табылады екен. Қайтадан жұлып қайтадан істеп берген кездеріңіз болды ма? Бүгін таңертең сондай жағдай болды. Бүгін, иә. Ол кісінің де шашы қысқа да, айтып отырмын жаңағыдай, жаңа айтып өткендей, қысқа шаштарға істеу қиын келеді да. Жас қыз деген шашы боб каре деген стрижка түрі бар, солай бір жағы ұзын, бір жағы қысқа болып келеді. Ондайларға уже қиын келеді да істеуші. Қайта жуып, қайта істеп бердік, бүгін азында сондай жағдай болды. Онда негізі өзіңізге ұнады ма ол шашын түсі? Иә. Өзіңізге ұнады? Өзіме ұнады, бірақ жаңағы клиентке ұнамай қалды да ол. Өйткені оны басқа бір шетелдің бір несін көрсетті маған. Мен основной жаңағыдай ұзын шаштармен свадебный образда көп істегеннен кейін қысқа шаштар маған сәл қиындау болып келеді да. Енді сұрағаннан кейін уже жоқ деп айта алмайсың, жарайды істеп бересің да. Енді екіншісі ұнады ма? Иә, екіншісі ұнады өзіне. Екінші рет істегенде өз біріншіде істеген қателікті қайталамау керек болды да. Біліп жүру керек, иә? Әрине. Ол жаңағыдай мастерге де өз зиянын тигізбеу керек. Әрине. Неше түрлі. Әдемі шығып жатыр, маған өте қатты ұнап жатыр. Осы жаңағыдай бастадық қой, иә? Бітіретін кездегі жаңағыдай бір қиындықтар бар ма? Мысалы осы жаңағыдай атын ұқтып начос, иә? Иә, начос жасаймыз. Абион. Енді бұл абионды да жаңағыдай келген адам сразу уже беттің несіне, формасына қарап беру керек те. Егер беті жаңағыдай сәл толығырақ или үлкендеу болса, уже мынақта жоғары қарай визуально абион істеу керек болады. Ал егер беті кішкентай болса, оған бүйтіп қатты абион керегі жоқ. Себебі басында абион дәу болса, уже беті кішкене көрінбей қалады. Нашағын қалдырып қойсыз ғой, әдейі қалдырып қойыңыз ба? Маған қалдырып қойдыңыз. Сіз қалдырып қойдыңыз. Сіз қалдырып қойдыңыз. Хейр стилист бүгінгі дейін 50-ден аса шәкірт тәрбиелегенін айтады. Алайда оның ішінде бірде бір ер адам болмапты. Себебі бұл кәсіп біздің менталитетке сай келмейді. Ал біздің бүгінгі кейіпкеріміз өз ісінің қаншалықты маңызды екенін түсіндіріп берді. Хейр стилист мамандығы бұл шығармашылықты талап ететін, искусствоны талап ететін мамандықтар. Бұл жаңағыдай мектептен оқып, көшіріп алып, немесе бір колледжден оқып, диплом алып деген сияқты емес. Адамда талант, искусство, адамды сазда деп, форма сазда деген екен, кішкене талант, искусство керек. Мысалы суретшілер болсын, например, суретшіні мысалы келтіріп айтатын болсақ, суретші не салайын деп отқанын біледі и соңында немен бітетінін біледі. Бізде де сол сияқты. Біз адамдарға жаңағыдай мысалы келеді, кәдімгі өзінің тіке шашымен, үйдегі жағдайда шашымен келеді, соны өзгертіп, сәндеп, әрлеп деген сияқты өзіміздің жаңағы үйренгенімізді, өзіміздің ойымызда фантазияны қосып деген сияқты сәндеп, әрлеп клиенттің көңілінен шығатындай қылып істеуге тырысамыз. Біздің мақсат бұл салада келген клиенттердің көңілінен шығу және клиенттің өзінің көңіліне шығып ырза болып кету, өзіне ұнатып, өз өзіне ғашық қылу. Мінекей соңғы штрихтары қалды. Маман маған сеніп тапсырып отыр енді. Ой қарай өткізіңіз. Енді астыға қарай тартамыз. Астыға қарай тарта беріңіз. Былай қарай өткіземіз да. Астыға қарай тарта.
не был. Возьмите стены. Помню, гельмит мне, короче. А мы тут толпим брать наш сидер, да. Казин, на кайта суганча, кто там с кайзин, на кайта сисе, у стома это форма. Шки не его хайки. Да, хайденс, хайденс, да. Так, свой татас, и пушин халдраста. Таух сойся, да, хасав сойся. Таух сойся, да, хасав сойся, да. Сейчас топ троник, сханча, блем-блем, дегенмен. Маманның дегенмешка, когда ты дешим шкарлы? Болды, я. Хай, он одной из музге. Біздің жесаған жұмысымыз. Полный лактис өрсеу шамыз формасын жақсы ұстап тұру үшін. Мульдер, ну рассказывай, как прошел твой рабочий день и чему ты научилась? Менде бүгін ностальгия болды деуге болады, но себе мен алғашқы жұмысым осы хейр стилистикамен байланысты. Біраз нәрсені еске түсірдім, көп нәрсені жасай алатынымды көрдім, және ең бастысы бүгін ер адамдардың хейр стилист болуы, нәзік жандылармен жұмыс істеу қиын екенін түсіндім. Ал сен, қалай болды күнің? У меня сегодня был очень интересный рабочий день. Я даже попробовала сама сделать уходовую процедуру. Вокруг меня было много красивых баночек, различных масочек. В общем, рай для девушек. И хочу отметить, что работа косметолога совсем не легкая. Она требует предельной аккуратности, терпения. Но главное – это любить свою профессию, и тогда все получится. Арине, бастысы осы, және Лена, біздің басты мақсатымызда осымен орындалды деп ойлаймын, және келген уақытта өз мәресіне жетіп қалды. Құрметті көрермен, мінекей бізге белген уақыт осымен өз мәресіне жетті, біз сіздермен құттықтаймыз. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!